И всем привет! С вами снова я, Анимонтон, и сегодня мы будем пробовать меню из школьной столовой. Поехали! Так, я вообще не понимаю, что это. А, нет, я, кажется, разобрался. Так, это у нас гречка с котлетами, только котлеты какие-то черные, гороховый суп, а последний это напиток какой-то, а это компот из гороги. Так, значит, сейчас мы будем это пробовать. Так, значит, смотрите. Ну что ж, попробуем гречку для начала. Ой, фу, какая невкусная, вообще не соленая, пресная. 10 минут спустя. Гороховый супчик выдался на славу. Ну что ж, друзья, такая вот сегодня анимация. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я надеюсь, вам все понравилось. И всем пока!